Данный конкурс проводится среди школьников, студентов и работников сферы молодежной политики. Изначально для того, чтобы стать участником, необходимо было пройти в заочный этап, где требовалось в полной мере рассказать об опыте работы и достижениях, а также пройти не одно тестирование. 30 выдающихся конкурсантов вошли в число финалистов. На передовой Юрий Зонин, ведущий специалист отдела организации заселения и внеучебной работы в общежитиях Департамента по молодежной политике, рассказал членам жюри о проектах, которые реализуются Казанским федеральным университетом. Мы показывали различные проекты. Проекты, которыми мы, скажем так, с молодежью взаимодействуем, помогаем молодежи адаптироваться в современных реалиях. Ну и здесь уже как раз были представлены наши проекты, в том числе, которые мы здесь в стенах Казанского федерального университета проводим. По результатам вот таких нескольких конкурсов, нескольких этапов, и Казанский федеральный университет был отмечен как лучший на данный момент в сфере молодежной политики конкурса профмастерства Республики Татарстан. Награждение победителей состоялось в рамках конференции «Команда Татарстана в движении». Юрий Зонин стал победителем в номинации «Руководитель структурного подразделения, специалист по работе с молодежью образовательной организации Российской Федерации». По словам триумфатора, конкурс – успешный опыт всей большой команды Департамента по молодежной политике. А победа, в свою очередь, дала уверенность в том, что движение идет в правильном направлении. Конкурс позволяет как раз продемонстрировать опыт, которым владеет наша команда. Команда Казанского федерального университета, в частности, Департамента по молодежной политике по работе с молодежью, ну и позволяет, конечно, почерпнуть что-то у коллег. Ну и в данном случае победителем, скорее всего, оказывается та команда, у которой этот опыт гораздо успешнее, тот опыт, который могут почерпнуть все остальные, взять для себя на вооружение, так сказать, и использовать его в работе. Ежегодно республиканский конкурс профессионального мастерства работников сферы молодежной политики проводится уже в 16-й раз. В этом году на участие в нем поступила 81 заявка из 26 муниципальных районов. Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универньюз.